Во время морозной погоды, установившейся в последние дни в республике, жители чаще включают обогревательные приборы. Их неисправность порой становится причиной пожаров. В Чувашии с начала года произошел 1031 пожар. В прошлом году за это же время случилось на 50 пожаров больше. Материальный ущерб составил 47 миллионов рублей. В 2011-м 62 миллиона. В огне погиб 91 человек, что на 11 меньше, чем за этот же период прошлого года. Пожарные спасли 363 человека. В 2011 году 393 пострадавших. Еще одна беда морозной погоды – горящие автомобили. За последние три дня в республике их сгорело 5. С начала же года зарегистрировано более 130 автопожаров. Основные причины таких возгораний – неисправность техники. Многие водители устанавливают в салонах запрещенные устройства для обогрева. Зачастую люди обращаются в неаккредитованные мастерские. Пик автопожаров приходится на морозную погоду. Большинство автолюбителей на холоде прогревают автомобили открытым пламенем. Это приводит к воспламенению горючих материалов. Автомобили горят очень быстро из-за того, что много пластика, много поролона используется в его отделке. Практически за 20 минут автомобиль выгорает полностью. Не всегда у водителей имеются исправные огнетушители.